Агарсыз. Не лезьте туда! Стив, я тут. Любовь, любому мог это, могу это доказать. Бля, отдельно профессиональный судья. И спортсмен уже был в состоянии технического нокаута. Do'stlar, hozi bundan keyingi bo'ladigan sherlar jangida Xudo xohlasa odborochni tur bo'lyapti. Hali biz odbor o'tkazyapmiz. Agar siz sher bo'lsangiz, siz mana shu oktagonda o'zingizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefondan ko'ra WhatsAppga ikkita video yuborasizlar. Birinchisi o'zingizlar haqingizda informatsiya, bo'yingiz, vesingiz, to есть bo'y, ves, yosh Mana shu narsalarni ikkinchisi esa aynan trenovka jarayonlaringizni ko'rsatib video qilib yuborsangiz WhatsAppga. Shunga qarab biz javob beramiz va ushbu turnirda qatnashchilarni masalan qo'lga kiritasizlar. Так что дерзайте. Костя, а? Давай. Костя, заходи, что ты хочешь нам сказать? Всем ассаламу алейкум. Из Казахстана прямиком летит. Всем мир, всем дружба. Но 66 килограмм, я готов сюда выйти в эту клетку со следующего турнира и доказать, что 66 килограмм – моя весовая категория. 66 килограмм. Этот пояс. Лев тут, я. 66 килограмм, лев, я тут. Любовь, любому мог это, могу это доказать. Дайте мне бой, дайте вступить в вашу организацию, и я покажу, что такое шоу и как надо делать. Хорошо, 66 килограмм мы найдем тебе. Жди предложение, Кость, спасибо тебе, ты красавчик. Найдем тебе, обязательно. До следующей лера, 60 килограмм, да? Костя, найдем тебе, обязательно. Димак, дусла, холзы біз сахнага учинчи парамызы таклиф қыламыз. Тогда, Иван, можешь объявить третью пару? Да, конечно. Самандаров Джанибек, Узбекистан, Самарканд, 29 лет, встречаем! 29 ёшлик, Узбекистоннан, Самарканнан. Самандаров Джанибек. Хамага салам алейкум, ман отым Самандаров Джанибек, Узбекистон Самарканд шахрдан боламан. Sen Kıçırgı'da 10 yıldan beri şehirde. Yolçuyumda trenofka kıyam ben. Bir taşa koyayım ben, ortada oz yana boşlayayım ben. Saperindeyim yakışı. Hürmattan boş geçtim, ona kası yok. Negatif yok. Çıroylu boy kursatçı. Hareket kılamız nasıl bir sokuda olursa. Uning raqibi O'zbekiston Xivadan yoshi 24 ta 61 kilogram Sobirov Shahzod. Sobirov Shahzod O'zbekiston Xiva 24 года 61 kilogram. Встречаем. Assalomu alaykum. Ben Sobirov Shahzod, Xorazm viloyatidanman, Xiva shahridan. 1996 yılında tug'ilganman. Şu mart ayında Sankt-Peterburg'a kelganman. İşlagan, hozir paytda ishlayapman. Şu Instagram sahifamda Rustam Ahmadovni Instagram sahifasında sherlar jangini ko'rib qoldim. Shunga qatnashishni qaror qildim.
inşallah. Şu 20 meyge yaş bedimden kızık ama şu yaş bedimden tinnof yakılıp gelemem. Hazır şerait doğru ki meygene işle yapma hazır. İnşallah 61 kilo almaya hazır. Çimpiyon boruşa hareket kılamam. Kolla kovatlap durunla inşallah. Sobirov Şahzot. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем вообще не работаем. Затылок, позвоночник, пах не бьем. За сетку, перчатки, шорты не хватаем. В голову в партере работаем только руками. Покажите красивый бой. По углам. Оман. Боец готов? Боец готов? Судьи, тренер. Первый раунд. Бой! Вот так, отличный лоу-кик с передней ноги. В исполнении... Ой-ой-ой-ой-ой, Сабиров начинает добивать, вот и борец, да, он очень хороший, вот сразу чувствуешь, что у него с борьбой все хорошо, вот тут спину забрал, как говорится, back mount, начинает подбираться, душить его, к счастью, Самандару Джонбеку их подняли в стойку. Ему надо быть аккуратнее с проходами, потому что он в ударке явно лучше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять перевел. Хороший был прямой удар, но Сабиров Шахзот его перевел опять в партер. Самандару Джонбеку. На удушающий вышел. Сабиров, Шахбоз, Самандару, Джонибек терпят. Их, к счастью, опять поднимают. К счастью, Самандару, Джонибек поднимает стойку. Так как... Ой, еще раз перевод. Сабиров, Шахбоз, хорош в борьбе. Джонибек пытается болячку накинуть. Нет, Шахбоз удачно защитился и... И выходит опять в маунт. Опять в маунт. Джонбек опять стоит оттуда выглядеть. Молодец, свипнул хорошо, оказался в гарде. И теперь вот может наработать очки. Ой, Шабоз вышел на рычаг, выходит на рычаг локтя. Хорош Джонбек, вышел, затылок аккуратно. Хорошо. Джонбек хорош, адаптируется более-менее. Начал защищаться. Ой, опять перевод. Он прям, да, натыкается на перевод Сабирова Шахбоза. Вот так. Шахбоз начинает добивать его. Ground and pound. Джон Бейк пытается болевой накинуть на него. Извините меня. По-моему, он хочет сделать рычаг ему. Рычаг, да. Есть захват. Тянет. Стоп. Блин, как так? Болячку отдали. Там 30 секунд же не было. Или было? Да, правила такие, друзья. Когда выходит на рычаг, он... Ой-ой-ой, хорош. Очень хороший удар был. Вот
этот самый. Сабиров Шахзод устоял. Я смотрю, Шахзод очень сильно подустал. Хорош, хорош. О, подсказывает. Ой-ой-ой-ой. Хорош, хорош. Шахзод понимает, что в стойке Джонбек очень опасен, поэтому при малейшей возможности он его переводит в спортель. И пытается удерживать там. Для него же это выгоднее, конечно же. А Джонбеку я бы посоветовал. Ой, хорош, но ногами так не размахивает, потому что он падает все время. Я ему посоветовал, чтобы колени встречал. Дача, хорош, Шахзод хорош. Шахзод хорош, удушающим приемом побеждает гильотиной. Зырбой. Демак, достлар, удушающим приемом кук угылдагы бизи боецимиз Собиров Шахзод галаба козонды. Табриклаймыз. Собиров Шахзод удушающим приемом победа. Джонбек. Джонбек, эки огыз гапырсаңыз. Нима натуру бөлдү? Нима үчүн үткүзүп койдуңуз? Амаге салам алейкум. Айынды сал тренировканы пропустит кылбыз, бара тренировка кылыпты. Хай. Бүгүн муну күнү экен, бүгүн бой берсек эртең үтөмүз Худо кааласа. Саперимге оман. Надеюсь, реванш будет, брат. Энди көрөбүз, агар комментарияда жазышса, реванш деп. Обязательно реванш кылабыз. Энди саперниктен сурасак экен. О саперникке эм отелде гапла, биз хомилардан биринчи согулар кабыл кылыйлы. Demak, Sobirov Shahzod tabriklayman. Chiroyli g'alaba. Ikki og'iz gapirsangiz. Avvalambor, yagona Allohga bu pobedani Alloh berdi. Alhamdulillah. Yaqinlarimga, do'stlarim, hamma ukalarim shu yerda. Sizga Rustam aka shuncha imkoniyat bizga qilib berib turibsiz. Sizga ham rahmat kattakon. Xorosh boy bo'ldi endi. Hammasi Allohdan bora. Endi rahmat katta. Abiyo, shug'ullanishda davom eting. Xudo xolasa. Moshni sizga sapernik topamiz. Abiyo, omadingizni bersin. Demak, do'stlar, ko'ryapsizlar, qanaqa sherlar bizni sherlar jangida qatnashyapti. Inson uchun eng ulug' ne'mat bu uning oilasi. Har bir inson u haqda g'amxo'rlik qilishga harakat qiladi. Hatto uydan uzoqda bo'lganda ham. Ham yurtim menga Salam Pay ilovasi haqida aytib berdi. U orqali uyimga pul jo'natish ham qulay, ham foydali ekan. Telefoningizga uni o'rnatasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Savollar paydo bo'lsa, ilova orqali o'z ona tilimda javob beradigan operatorga murojaat qilishim mumkin. Salam Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari. Jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Pul o'tkazmasi raqami haqida ilova orqali darhol xabar berish mumkin. Hammasi oson. Pul o'tkazmasi darhol yuboriladi. Pullarni esa istalgan bankdan olish mumkin. Rafiqam birinchi marta SalamPay orqali pul olganida menga darhol qo'ng'iroq qildi va u har doimgidan ko'ra ko'proq pul olganidan hayronligini aytdi. Men unga SalamPay bu komissiyasiz va foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari ekani haqida so'zlab berdim. Endi men rublda avvalgi miqdorga teng summa
jo'natsam ham oilamdagilar ko'proq pul olishmoqda. Mening do'stlarim uchun ham o'z oilalari haqida g'amxo'rlik qilish juda muhimdir. Shu sababli ularga ilovani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalarga ega xabarni yubordim. Endi men o'z oilamdagilarga foydali kursda va komissiyasiz pul jo'natyapman. Ayniqsa, ilovada o'z ona tilimda javob berilishi men uchun juda yoqimli va qulay. Salam Pay. Bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Следующую пару. Рустам, начинай. Demak, keyingi bizning juftligimiz. Keyingi sherlar. Tojikistonlik Dushanbeda 24 yosh, 61 kilogramda Kalandarov Burxun taklif qilamiz. Kalandarov Burxun, Tojikiston. Dushanbe, 24-61 вес. Встречаем. Салам алейкум, меня зовут Бахон, мне 24 лет, я пришел из Таджикистана, сейчас живу в Питере. Я раньше занимался бой без правил 2 года. Я видел в Инстаграме, эту лигу Рустам Рахмонов. Я хотел, чтобы попасть туда, пока я не видел свой соперника. Мне сейчас 61 килограмм, на 61 килограмм я готов с любым. Иншаллах буду победить каждому свой соперника, до конца буду топить. Darov Burxun, Tojikistondan, Dushanbedan 24 yosh 61 kilogramda. Uning esa raqibi O'zbekistondan Qashqadaryo 22 yosh 61 kilogram Ibrohimov Sardor. Taklif qilamiz. Ibrohimov Sardor, O'zbekiston, Qashqadaryo, 22 года, вес 61 kilogram. Встречаем. Assalomu alaykum. Ismim Sardor Ibrohimov. 1998 yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Yoshligimdan sport bilan shug'ullanib kelaman. Shu Rustam Rahmonov Instagram sahifasida sherlar jangi promotion ochilib, yoshligi sportchiligi imkoniyat berilayotganini ko'rib qatnashishga qaror qildim. Uje atborishni boyladan o'tdik. Saperniklar berildi, hammasi joyida. Sapernikimiz ham yaxshi bayt. Nima deymiz, omad tilaymiz. Kim kuchli bo'lsa, o'sha yutadi. Bu musobaqaga qatnashishimdan hech qanaqa uyimdagilar qarshi emas, hammaligi rozi. Sankt-Peterburgga 2019 yil kelganman, o'shandan beri prezidentlik kompaniyada ishlayman. Biz xohlaymiz, sizlar uchun zirilishni ko'rsa bo'ladigan janglardan qiziq show ko'rsatish xohlaymiz. Hammaga rahmat. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой и локтем не работаем. Затылок, позвоночник, в пах не бьем. За сетку, перчатки, шорты не хватаем. В партере в голову работаем только руками. Покажите красивый бой. Омад болды. Удачи пожелаем обоим спортсменам и погнали. Первый раунд. Первый раунд, погнали. Бойцы присматриваются к другу. О, хороший лук.
лоу-кик в исполнении Сардора из Узбекистана. Хороший хай-кик по защите, но угрожает. Хорош. Проход. Хорошо. Бабур заметил этот проход. Выставил руки, пытается защититься. Его к клетке прижал Сардор и пытается затянуть под себя. Бурхан угрожает гильотиной. Заправляет руку, пытается закинуть вторую ногу, но, как я понял, одна нога находится между ног у Сардора, и поэтому затянуть не получается. Хорошо выбирается Сардор из гильотины, начинает добивать, увы и ах. К сожалению для Сардора, время закончилось, которое дается в партере, 30 секунд, и их подняли опять в стойку. Хорошо, такой пуш-киком угрожает Бурхан, один хай-кик смазанный, и пошел руками атаковать, но Бабур, Сардор опять вцепился в клинч и пытается его перевести. Красный, красный. Ой, хорош, хорош. Да, его переводит Сардор. А Бурхан все затянул свою гильотину и пытается задушить. Но в этом положении у него спина оказывается к сетке прижатой. И, соответственно, он не может растянуться полностью. А Сардор, в свою очередь, очень хорошо защищается. Прижимает его к сетке, чтобы он не смог растянуться. Все отлично. Он защитился. Бойцов опять поднимает стойку. Опять налетает туда, спину отдает, перевод в исполнение Сардора. Бурхан опять закрывает, пытается закрыть гард, отталкивает соперника и в партере пытается добивать. Я не знаю, почему Сардор там лежит. Он мог бы оттянуться от него. Опа, треугольник через руку заправляет. Но опа, молодец, молодец Бурхан. Задушил, задушил, молодец. Я не знаю, по мне как плотного захвата не было, но, видимо, Сардор не знал, как оттуда выбраться. Этот удушающий, чтобы сделать, Бурхану надо было оказаться сбоку соперника, а не под ним. Демак, друзья, Кызыл Угылдаги, Таландаров, Бурхун, Галаба Козонны. Табрик. Bizi homilerden soğulan kabuk olası. Достойная победа. Молодец. Четко. То есть у вас бой получилось. Нема де оласыз бой хакыда өз эки огыз гапырып берсез. Хаммага рахмат. Ким коллап-кватлаган болса. Хамма көрөдөгөнлөр хамма үчүн. Bu sport kimdir yutkazadı, kimdir yutadı. En asası ise birbirimle dost bulup kalış gereği hürmet kalış ki. Bu da işte bir brat. Salamu aleyküm. Очень красивый бой, зрелищный. Про соперник что скажешь? Спасибо всем, спасибо. Алхамдулило. В этот день не оставляю его один. Я каждый день буду ходить с ним. Извини, брат. Красавцы, еще красавцы. Спасибо вам всем. Ребята, бойцы, вперед, газуйте! Красавчик. Мана, көртурупсула, Таджикистан, Узбекистан уже дуэслашты. Вообще, шикарно. Едем дальше. Все. Рустам, да, я немножко в подробности теперь введу, да. Что такое львиная битва? Львиная битва – это веб-шоу, проект интернациональный. Мы хотим видеть здесь различные национальности из различных государств. Мы готовы видеть и рады видеть каждого здесь, кто пришел биться, биться за звание чемпиона, за звание короля льва, скажем так. Спасибо всем, кто принимает в этом участие. Сделаем так, чтобы этот проект стал действительно международным и был всеми любим и уважаем. Вот к чему мы стремимся. Львиная битва. Рустам, я еще пару слов добавлю. Мы семья. Все, мы семья.
С этого дня здесь будет только дружба, дружба народов. Мы будем только развиваться, иншаллах. Именно такая цель, да. Канай, дослы, йок яптым, йок мы. Бой, канай. Красавчик. Хама байецлага, яны бір марта рахмат деп қоламыз. Демак, дослар, кейінгі паран таклиф қоламыз. Демак, можете объявить, я добавлю. Я, как, вот как всегда, хочу объявить. Базаров Фахридин, Узбекистан, Карши, возраст 23 года, вес 66 килограмм, встречайте. Ман Базаров Фахридин, 1997 yılda tug'ilganman, Karshi shahrida tug'ilganman. Sankt-Peterburgga 2016 yılda kelganman. Ishlash maqsadida ota-onamga yordam berish maqsadida. Sankt-Peterburgda hozir magazinda ishlayman. Prodavets bo'lib, sportga kirib kelishimdan maqsad bu samma главный motivator akam. Yoshligimda akamni treningovkalardan kuzatib borib, akam bilan shug'ullanib, shu sport turiga qiziqishim oshib, bu sport bilan shug'ullanaman. Uydagilarim hech kim qarshi emas bu sport turi bilan shug'ullanishimga. Naborot, hamma menga omad tilayapti. Sapernikim bilan ham ko'rishdim. Sapernikim Barret. Xudo xohlasa. Eslyon Barret bu ya boksyor. Eslyon boksyor ya Barret. Xudo xohlasa yaxshi jang ko'rsatishga harakat qilaman. Sapernikimga omad tilayman. Ehtiyot bu. Birinchi raundda nokaut bo'lib qolaman. Bozorov Fahriddin, Özbekiston, Qarshi, yoshi 23 ta, vesi 66, bo'yi esa 178 cm. И его соперник Ташкулов Насимбек, Узбекистан. Сирдарён, 24 года, вес 70 килограмм. Встречаем. Демак, унинг соперниги. Ташкулов Насымбек, Өзбекстан Сирдарёдан. Йоши 24 килограмм, 66. Бойыса 172 сантиметр. Мен Ташкулов Nasim Shoh, 24 yoshdaman. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida tug'ilganman. 2018-yil Sankt-Peterburgga ishlash maqsadida ota-onamga yordam bo'lsin deb kelganman. Sankt-Peterburgda yangi ochilgan promotion sherlar jangiga qatnashishga qaror qildim. Va meni ular qabul qilishdi, menga sapernik berishdi. Sapernikim bilan ko'rishdim. Hammasi yaxshi. Sapernikim video obrashenia qilib chiqibdi menga. Bunday qovaraman, bunday qovaraman. Birinchi raund ehtiyot bilan nokaut bo'lib qolaman. Debdi, men sapernikimga omad tilayman. Lekin men emas, sen ehtiyot bo'lgin. Sen bilan seni aytganing yoki meni aytganim emas. Sen bilan men bu dunyoda hech kim emasmiz. Faqat Allohda aytgani bo'ladi. Sen bilan oktagonda ko'rishamiz, oktagonda hal qilamiz hammasini.
сейчас тишорта не хватает. Партер работает 30 секунд. А дальше поднимаем. Внимательно, в партере работаем в голову, только руками. Покажи красивый бой. Углам. Омат болла. Rüstem Rahmanov ballarga omad tiladi. Boy 8-inchi boyimiz mana do'stlar boshlandi. Razvorotdan ketdi. Boy to'g'risida nima deysan? Gapirchi Bobur, o'zing samimiy fikringni. Boy zo'r bo'lyapti. Ko'ramiz endi. Boshlandi. Ozgina suit etsa qilyapti kelasi ham. Ну, lekin. Nasimbek Maut favoritiga chiqaman deyapti. Lekin Fahriddin u narsani bermayapti. Stoyka. 30 sekundga tugadi. Stoykaga sudya turgizdi. Nasimbek nimaga qo'lini tushirib o'ynayapti deysan-a? Qo'l tushgan, nima deysan-a? Qo'l. Parterga ishlamoqchi. Parterga chiqaman deyapti deysan. Yana bitta high kick loot. Yana oldi u. Sal qoldi. Paradan qo'l hamma tomon bo'y bu kontrol qilyapti. 3-4 marta qattiq zarba Nasimbek o'tkazibdi, lekin situatsiyani o'z tomoniga nima qilish harakat qilib, bo'g'ishlikka harakat qilyapti. Glitina priyomi bilan hozir bo'ynini ushlab oldi. O'ta qiyin holat Fahriddinda, lekin studiya qattiq qarab turibdi situatsiyani, nima bo'layotganini. Yo, zo'r deyotgan. Hamma u tekiz deyotgan. Vallohi Fahriddin ko'rsatdi. Da, do'stlar, o'ta katta. Nasimbek qo'lini tushirib nima qilyapti? Oh, o'ta qattiq bo'y. O'ta katta udonlar. Xarakterda ekan bu. Navrat nimadan? Bo'ldi. Bozorov Fahriddin glitina bo'yicha parterda bo'yni yutib oldi. Shunaqa mana uka Bobur, molodes, bo'yni ko'rding. Senga omad uka, sportsmenlarga omad. Trenovkangni qil. Sher Muhammadga katta salom aytib qo'ymanglar nomidan. Sevgi, Alloh taolo molodes, tabriklayman. Demak do'stlar, udushayshim, priyomim, qizil chekadagi jangchi Fahriddin g'alaba qozondi. Omad. Xomila. Polo, nima deya olasiz bo'yingiz haqida? Avvalambor, assalomu alaykum. Avvali hammasi xudodan. Raqibimga omad tilayman. Xudo xolasa keyingi janglarda bundan yaxshi natijalar ko'rsataman. Inshaalloh jigar omad. Do'stlashinglarmi? G'alaba muborak. Saperningiz haqida ikki og'iz gap. Vabshita hamma emotsiyani. Assalomu alaykum hammalaringizga. Barcha balet qilib turgan hammalaringizga rahmat. Sapernik haqida hech narsa deya olmayman. Хороший боец. Не чувствую, братан. Ну, спасибо сопернику.
Andoshi. Ну, спасибо вам. Rahmat kattakon shu organizatsiyani ochib, hammamizga yordam qilib qanaysa. Masalan, hammamizga poddeshka Baby's Problem bo'yicha. Ну, rahmat. Gap yo'q. Omadingizni bersin. Dalish ketamizmi? Dalish ketamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Omad sizlarga. Kalbasala, halol kalbasala, düzle. Hama lazzet tut hakkında malumatlarda silke dem, absaneden koldurma. Moşni kalbasala. Demek dostlar, şehirler cengige yani iki te şehirde çakramız. Bu boy, benimce en yakışı boy buysa gerek. Buysa gerek. İkita dostoyni sportsmen Alisher demak Moskvadan keldi aynan shu boy uchun. Daje tushunishimcha ishdan ham haydashgan. Moskva, ну, Piterga kelgani uchun so'roqsiz. Demak, shunchalik sportni yaxshi ko'radigan ikkita sherlar chiqadi. Hozir xudo xolsa bivit qilamiz. Hamma tayyor. Tayyormisizlar? Boshladikmi? Ivan объяви этот мощный поединок. Первым приглашается боец Тургунов Сардор, Узбекистан. Андижан, 23 года, вес 70 килограмм. Встречаем! Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Turg'unov Sardorbek. Andijon viloyati Xonobod shahridanman. Sankt-Peterburgda 2015-yildan beri trenirovka qilib, ishlab kelaman. Trenerim Maksim Qo'llashov. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Maksim. Ushbu fight centerda men trenerlik qilib o'taman. Chidan beri yaqinda bo'lib o'tadigan sherlar jangida men shogird turmoqda. Ismi Sardor. Allah olsa yaxshi zirilishni bo'lib ko'rsatadi. Najmovon nokaut bilan yutsa kerak. Qo'llab-quvvatlanglar, biz bilan bo'linglar. Bu sportda anchadan beri yoshligimdan beri shug'ullanaman. O'zimni dadam trener, trenirovka qildiradi, yoshligidan qiziqtirib, dadam sababli shu sportda trenirovka qilaman anchadan beri yoshligimdan. Rustam Rahmonovning Instagramida sherlar jangi shousini ko'rib, shu shouga qatnashish ishtiyoqi tuyuldi. Xolasa chiroyli bo'y ko'rsatamiz. Uydagilar qarshi emas, naborot qo'llab-quvvatlaydi. Saperligimga omad tilayman. Xudo xolasa chiroyli zirilishni bo'y ko'rsatamiz inshaalloh. Turg'unov Sardor O'zbekiston Andijondan yoshi 23 ta 70 kg. Bo'yi esa 174.
trener Maksim Kuldashev. И его соперник Асана Палишер, Узбекистан, Термез, 27 лет, 70 килограмм, встречаем. Унинг рахибы Асома Палишер, Узбекистан, Термездан, 27 ёш, 70 килограмм, бру 78 сантиметр. Ассаламу алейкум, аммага. Меня Сурхандар Авлият Хумкуран Туманы, Асома Палишерман. 2009 yıl Moskva'ya işleş maksatına geldim. Hazır hem işleyip hem şoğullan yapman. Men sportga kirib kelishimda otam sababchi bo'lib, yoshligimdan murabbiylik qilib o'zi shug'ullantirgan. Xudo xolasa ishonchini oqlab, mana shu musobaqada ham chempion bo'lishga harakat qilaman. O'sha sanda kickbox, universal janglar bilan trenerim Erkin Yo'ldoshev, sizning partnyorlarga katta rahmat. Mana shu darajaga yetkazgan. Ko'plab musobaqalarda g'alaba qozonganman. Xudo xolasa bu jangda ham chiroyli jang ko'rsataman. Bu jangga qatnashishimga uydagilarim rozi albatta. Ular balichilik qilyapti. Xudo xolasa birinchi o'rinda olamiz, kamarda olamiz degan niyatim. Instagramda Rustam Rahmon sahifasida Sherlar jangi loyihasini ko'rib qoldim va qiziqish uyg'ondi. Qatnashishga video obrazini tashladim, ular qabul qildi. Xudo xolasa jangda chiroyli jang ko'rsatamiz. Raqibimni hali ko'rmadim. Raqibimga omad tilayman. Jangda xudo xolasa faqat zo'rlar yutadi. Sherlarga omad. Asomov Alisher Moskvadan kelgan. Demak, aynan ushbu turnir uchun, ushbu turnirda qatnashish uchun Moskva shahridan tashrif buyurgan. Toma Balışer, Termiz'den. Dostlar bu boyda cüda köpçelik kuttu, cüda köpçelik. Pajale Rukim. Омат, дружно. Так, дружно, бренчий раунд. Бой столько, да? Вот, кетте. Алишер, лоу-кик пробивай, лоу-кик, бля, отвечай, сколько, да? Алишер. Бермады, вау. Проход клиента Алишер. Удушающий гол шкарика клиента Сардор Тепеда. Да, пытается добивать. Сначала надо голову отжать, вытащить, освободить шею. Только потом начинать сесть. Сесть. Если он сейчас сядет наверх, он может запросто съебануть его, там, перевернуть его.
И сейчас времени 30 секунд. Так, бой стойка-то дальше. Опять стойки. Бои. Бойцы очень напряжены. Да, да, напрягается. Да. Никто не хочет натянут, работать, никто да, не да, хочет да, работать. Каждый хочет встретить, да, да, да. Опасаются сильно. Во. Вот. Хорошо, хорошо. Сардо подавливает, Алишер готовит, готовит. Пушки свои готовят. Ох, стволы молодец. Стволы, стволы. Садор перевел его, напряженная ситуация была. Хорошо, хорошо, Садор начинает поддавливать, добивать. Опа. Хороший бросок отбрасывает. Встает врасплох, начинает добивать, без суеты надо. Кто-то... Да, он начинает вставать, Алишер огрызается, отчаянно пытается встать. Лежит просто. Время партера. Хорошо, хорошо. Алишер как будто не понимает, что надо делать с Сардором. Очень растерян, боится выкинуть какой-то удар. Хороший лоу-кик в исполнении Алишера. Первый раунд закончен. Почувствовал кровь, как говорится, почувствовал кровь. Да, зря в борьбу полез, со стойки. Со стойки надо было бить ему. Очень хорошие амплитудные удары. Сардор реально поплыл, дезориентирован был. Но спасся в борьбе. Это, конечно, для Сардора лучше. Способ. Поднялись бойцы опять в стойку. Алишер, скорее всего, опять будет стараться попасть по голове. Да, да, да. Оп, с разворота. Сардор же не поворачивает. Алишер очень хорошо бьет. Ай-яй-яй. Устали бойцы, чуть подустали. Сардор лежит, Алишер голову держит его, спасается. Сардору подсказывает по корпусу, бьют колени. Хорошо, бьют. Отлично.
Стойка, стойка, опять поднимаю бойцов стойку, 30 секунд прошло уже. Да-да-да. Посмотрим, посмотрим, у кого бензина больше осталось. Баррикадал, Балишер больше с рук работать, а Сардору имитации проходить, потому что у него это хорошо получается. Сколько он пропускает сейчас на данный момент. Ему комбинировать и проходить надо. Поэтому у него лучше получается, чем стойки перебивать Алишера. Алишер заряжен. На один удар, походу, заряжен. Да, 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 молодец, Сардор, хорошо. Установление третье. Пропускает очень сильно. Сильный удар, пропускает очень. Сардор спасается глухой защитой. Алишер очень жестко добивает. Все, успокойтесь. Dostlar, bana bu rubka, bana bu zirelişi. Demek Kök, Ugul Asamov Alişer, galaba kozunlu. Asamov Alişer galaba Krasavçik. Yo. Bu neydi? Bu esta. Studi. Maksim, только спокойно, пожалуйста. Maksim, пожалуйста, давайте без эмоций. Dostlar, studiyalar bizni organizatsiyadan emas. Bular отдельно профессиональный studiyalar. Biz shunaqa raznoglasiya bo'lmasligi uchun отдельно studiyalarni taklif qilganmiz. Bular reshenyani chiqaradi. Reshenya qanaqa bo'ldi? Вы можете объяснить ситуацию, как было, что было? Дело в том, что несмотря на то, что оставалось не так много времени, но каждый удар проходил в цель. И спортсмен уже был в состоянии технического нокаута. Поэтому я остановил бой. Чтобы, ну, здоровье спортсмена все-таки дороже. По опыту, по многолетнему опыту, была пассивная защита. По многолетнему опыту. Еще бы секунда, человек бы был травмирован. Поэтому, я считаю, вовремя остановили бой, и все делается для здоровья. Я за то, чтобы присудить победу вот этому синему. Асамов Алишер. Асамов Алишер, амасну из Курдис. Ну, давайте, судьяла галаба деапты. Avvalan bu tabriklayma. Lekin ikovila moshni boy qildilar. Vapshe shikarni moshni boy bo'ldi. Nima deysizlar, do'stlar, boy haqida? Haqiqatan ham dostoyni boy bo'ldi. Daje Otabek keldi oldimga, mana shu boy uchun men ajrataman dedi. Gap yo'q. Demak bir kishiga beraymi yoki? Mancha o'ylayman ikki kishiga bo'lgansan, ha. Да. Juda ham zo'r boy ko'rsatdingizlar. Просто bomba bo'ldi на самом деле. 20 ming bermoqchi edim. O'mingni ikkiga bo'lib bersak juda ham zo'r bo'ladi. Ya, bro, достойный. Достойный бой был на самом деле. Zo'r, самый зрелищный бой. Asomov Alisher, o'z haqingizda o'zgina gapirib bersangiz. Siz Moskvaga bordingiz. Moskvadan keldingiz. Ishdan haydadi deb eshitdim. Shular haqida bir podrobniy aytib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor katta rahmat menga barchalik qilib turgan akalar, ukalar. Hammaga omad tilayman. Mana shu musobaqaga qatnashish uchun men kastingga kelish uchun ishdan haydalib ketdim. Chunki ruxsat bermasdi, aytmasdan ketdim. Mana ishdan haydalib ketdim. Hozir ishlayotganim yo'q. Shu savolni qattiq harakat qilyapman. Musobaqada o'tishda. Endi mana hozirgi saperligimni o'zim muxlislik qilardim. Meni oldindan tanirdim. Ustozini qo'llash bilan niyatim bor edi, afsuski. Saperligim bitta joyda shug'ullansam o'tib qolatdi, bormadim. Hozirda trenerman, zalim ham yo'q. Shunda ham mana shu organizatsiyaga qatnashish harakat qilyapman. Chunki mana Rustam akaga katta rahmat, juda katta ishni boshlagan. Men o'sha sportchi bo'lib ko'chada qiynalganlar ko'p.
Ben spor orkastıyım. Özümüz yerimiz top kıtanın çabuk. Hamdi Yolmat. Gabriel Krasavçik. Öyleyman ki sizge spor zal ve trener masalasını öyleyman ki absudit kılamız. Ha? Bana. Asomuf Alişer. Keserman oğlum gidi atı Beki Sakıf. Yaşşo. Trener. Gabriel. Nobelin tahtırdayan tabrikleyma. Oma dizi versin. Gazını bozsun. Ete bol cistiyiz. Ben şike tanımcı mı? Albatta. Şu için ki gelmen ki. İşte haydalım. Şu için işte haydalım ki. Gabi o. Rustam. Demek Sardor Bek. Sardor Bek. Lübom Sluçi. Sardor Bek diyem kolla kuvvetlayemiz. Hali öyleymen ki bu boy yana kaytarladı bilmadım. Bara bir revanş süreç mümkün kimdir? Balkim bu boy bo'ladi. Ko'ramiz. Rustam, ты говоришь про реванш? Может быть. Ну, потом обсудим насчёт этого. В любом случае, мы уважаем Максима Кулдашева и всю его команду, и решение, которое было в итоге им принято, это его решение. Мы обратились к судьям. Максимально лояльно было, я думаю, всё. Был очень красочный бой, очень. Демак, дуслар. Hammasini o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lyapsizlar. Hozir yana 3-ta bizda para qoldi. Demak 80 kilogramda Bobojonov Shohrux O'zbekiston Xorazmdan 20 yosh 80 kilogram 178 santimetr bo'ylari taklif qilamiz. Bobojonov Shohrux. Bobojonov Shohrux O'zbekiston Xorazm 20 lat 80 kilogram. Встречаем. Bobojonov Shohrux, yaxshim 20-da, Urganch shahrimdanman. Rustam Rahmonov Instagram sahifasida sherlar jangi turnirini o'tkazayotganini uni ko'rib qoldim. Keyin inshaalloh Xudo xohlasa shu kastingni o'tdik, hammasi yaxshi bo'ldi. Inshaalloh Xudo xohlasa yaxshi rezultatlarni ko'rsatish. Sapernikim ham gördüm, sapernikim ham zo'r, muomalasi ham gap yo'q. O'zim Sankt-Peterburgga 2019-yilga kelganman o'qish maqsadida. Hozir trenirovka qataman. O'z yosh vaqtimdan trenirovka qataman. Xudo xohlasa inshaalloh yaxshi rezultatlarni ko'rish niyat bor. Uydakilar ham rozi, qarshiliklari yo'q. Xudo xohlasa inshaalloh. Qo'llab-quvvatlaysiz. Demak uning raqibi Mahmudov Hussein O'zbekiston Samarqand 25 yosh vazni 80 kilogram bu esa 179 santimetr. Mahmudov Hussein O'zbekiston Samarqand 25 lat 80 kilogram. Встречаем. Hüseyin Samarqandlik yoshim 26'da büyüm 79 vesim 80 yoshligimdan Maytay soqasi bo'yicha tanifga kelaman. Instagramdan Hüseyin Mahmudovni sahifasini sherlar jangi sahifasini ko'rib aloqaga chiqdim o'zi bo'lishdi. Kastingga keldim. Sapernigimni ko'rdim. Yaxshi omad tilab qolaman. Omadunga kerak bo'lib qolar. Thank you.
Данная команда правила не нарушаем. Головой и локтем не бьем. В затылок, позвоночник, в пах не бьем. За сетку, перчатки, шорты не хватаем. Внимательно. 30 секунд в партере дается максимально. В партере работаем в голову только руками. Покажите красивый бой. По углам. Омат болды. Для ММА, да. Вот уже длинный удар, издалека. Хусейн Самарканди, да, тайский бокс очень. Ударная школа, да, у них, да? Да, 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 тайский бокс, да, он типичный тайц, да, отлично. А вот, да, Бабаджанов Шохрук. Борьбу тоже знает, скорее всего. Он пытается перевести. И сам, в принципе, попадает, да, и да. Я думаю, здесь... Да, он встает. Да. Будет ли здесь удушение? Нет, пока добивает, нету. Добивание делает, да. Не успеет, да? Хусейн делает добивание. Оформляет мощный граунд-паут, пытается засунуть руку, пропускает много ударов, время партера закончился, да, Бабаджанов мало ударов пропустил в партере, да, он тайц, Хусейн тайц, Самарканди очень хорошо развит тайский бокс, да, и с клинча он должен хорошо нанести коленями, но я тайский клинч не вижу. Опа, хороший удар в корпус. Да, он очень неприятный, сразу заставил бойца. Да, еще один удар в корпус. Оба с кетчами, селезенки, с двух колен, с обоих сторон. Пробивает, да. Хорошо. Да, он очень хорошо работает. Ух ты! Вот это рубило, пошел рубило. Тайский клинч. Да. Хорош, очень много ударов осыпает коленями. Тайсон Грич. Бабаджанов Шохрук усердно пытается перевести Хусейна в партер, но у него это не получается. Хусейн сел у него сверху, на захвате, и обрабатывает корпус своего соперника. Мощный удар, хамертиску по голове, вот подмышка, хороший удар пропускает. 30 секунд. Молодцы. 30 секунд иссяк. Да, очень много ударов пропустил. Да, да. Шохрук. Шохрук. Иногда, все знаешь, пара, бои да, вот это идут, бои там, захватывают дух, не знаешь, что делать, как да, все да, там, да. Да. Все идет этот. Такая рубила идет. А здесь опасно, знаешь, кто может пропустить. Кто если пропускает, то у него что-то случится. Запрещенный удар. Бой остановил. Ну,
Секундант Красного, садись. Там судья не видит. Опа, хорош, удар сразу на корпус, восстановление. Вот и бег пиш, и колено полетело. Да, колено очень хорошо, да, да, да. Хорошо. Пытался задушить, он сам пропустил. Ну, при этом все равно хорошую позицию он остался, да. Да, да, да. Да, 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 был сверху и в один миг оказался снизу. Все меняется, да, да, да. Очень быстро все меняется. Это ММА, друзья, поэтому... Очень важно оставаться максимально сконцентрированным всегда. Опять подняли стойку. Ух ты, вот это рука. Смотри, как это. Вот это да. Ох, это... колено пошел. И колено, и все. Корпус удары ногами. Не надо к нему в клинч идти. Да, боец очень сильно устал. Да, пропускает корпус. Молодцы, вот это рука, друзья. Вот это рука. Все, все, стоп. Да, пропустил голову. Стоп. И все. Отлично, отлично. Да. Хусейн выигрывает добиванием, стойки, техническим нокаутом. Достойный, молодец. Зрелищный бой. Очень зрелищный бой. Посмотрели, друзья. Объявишь, Рустам? Технический нокаут. Махмудов Хусейн. Голова Хузона. Махмудов Хусейн. Победа. Технический нокаут. Хомилярда, соголарда хабы болили. Шахру. Показал отличный бой на самом деле. Была упорная борьба. Но что-то вот не сложилось, да, в концовке. Скажи, пожалуйста. Всем салам алейкум. Альхамдулилля. Соперник вообще от души тренировка сделал. Ну, я тоже. Просто, ну, опыт. Это опыт. Ну, талап калама, иншаллах. Вернемся урона на лучшине. Да, хохлеса, рахмет, организация. Зыр бой. İnşallah Allah haklısa yine uç niyetimiz Allah haklısa. Bu da olasa. Gabi yok. Merhaba. Hüseyin. Ne mi diyorlar boy hakkında, saperiniz hakkında? Oh my God, assalamu aleyküm. Hoca Ahmet, sonraki sizge. Najim Vakka, olam tozcu spasiba. Ama bahislerine olmadı. Gabi yok. Dalış getirmez mi? Omat, welcome.